изучали Гемару в трактате Хагига, интересная мысль, интересное толкование, которым хочется поделиться на блоге. Гемара приводит пасук, да, высказывание царя Шломо из книги Куэлет, Экклезиаст. И там написано так. «Кеит коле маасе элуким яви бемишпат» — любое действие Всевышний приведет к правосудию, то есть его будет судить за любое действие. «Аль-коль нейлам» — за всякое скрытое. Гемара задает вопрос. «Май коль нейлам» — что такое «коль нейлам»? Всякое скрытое. Что имеется в виду? А Гемара говорит так. «Май аль-коль нейлам» — за что это? За любое скрытое Всевышний будет судить. «Омар рав» — говорит рав. «Зе аурег кинабиф нейхавиро» — человек, который убивает вшу, и это видит другой человек. И этому человеку это противно. То есть даже если убивающий собственную вшу, он сам не видит, что его видят, но он делает это прилюдно, и людям становится противно, Всевышний как бы будет за это этого человека судить. «Вышмуэль омар» — а Шмуэль говорит, «зе рак бифнейхавиро» — человек, который плюет перед своим другом, ему становится из-за этого противно. Что здесь написано? Что человек даже может не обратить внимания, да? Что такие вещи делать при людях не стоит. То есть он человек вроде бы хороший, все у него нормально, но он может как-то себя повести так при людях, как при людях себя вести не стоит. Гемара говорит, что даже за такие вещи будет суд на небесах. То есть человек должен будет дать отчет, почему он это сделал. То есть раньше мы думали, что это просто приличия такие, да? То есть так прилично себя вести. Неприлично себя вести, если то, как ты себя ведешь, может вызвать у другого человека неприязнь. Может быть, вызвать у человека какое-то негативное ощущение или отношение. Здесь Гемара говорит, что, оказывается, Всевышнему это тоже важно. Что вот эта вот чувствительность к другому человеку, она не только необходима с точки зрения этики, вежливости, и это как бы такая внешняя оболочка наших отношений. Нет. Всевышний тоже судит каждого человека, соответственно, с тем, насколько он чувствителен к другим людям. Это то, что здесь написано. Понимаете? То есть, от нас требуется, что если мы себя ведем, если мы не хотим, чтобы к нам, по отношению к нам так себя вели, то мы тоже должны это учитывать по отношению к другим людям. И вот этот момент, он как бы меня так захватил, да? Что написано, что пророк, великий царь Шломо, говорит об этом. Это имеется в виду в его словах, так объясняет Гемара. И получается, что Всевышнему важно, как мы себя ведем по отношению к другим людям, даже если мы этого не замечаем. Гемара говорит, здесь такой комментарий есть, что даже если это действительно человеку необходимо, действительно, это, пардон, вша, она мешает ему, она его, помните, как у Шарикова в «Собачьем сердце», там, где профессора Преображенского играет Евгений Евстигнеев. Очень хорошая экранизация. Так там этот Шариков, он хватался за эту вшу. Так, помните? Не помните? Помните. Так вот это вот Шарикову действительно, его эта вша действительно кусала. Так профессор Преображенский говорил: «Шарик, да, это, он ведет себя как пес, да? Но ему действительно, в Гемаре написано, видите, да? Ему действительно мешает эта вша. Ему действительно ее нужно вытащить». Говорит Гемара такой комментарий, что Шмуэль говорит, что он плюет перед товарищем. Что имеется в виду? Не так это мыцик, он может подождать. Так вот, по раву, даже вещь, которая сильно человеку мешает, все равно нужно потерпеть и как-то сделать так, чтобы не было противно другим людям, которые вокруг него находятся. По Шмуэлю немножко не так. Шмуэль говорит, что если это противно, и он может потерпеть, то да. А в ситуации про рава он как бы говорит, что что можно сделать? Иногда бывает такая ситуация, что человеку невозможно, нужно чихнуть, кашлянуть. Это уже Шмуэль. Вот такие вот нюансы спора здесь поднимаются.
Но смысл такой, что всегда нужно принимать во внимание то, как нам, как мы выглядим в глазах других людей, и не вызывать у них этих негативных моментов. То есть толкаться за столом, плевать, чавкать за столом, это, оказывается, не только правило приличия, оказывается, это часть Торы. Спасибо большое.